На высоту, как на работу, настоящей грозой полей в сельском хозяйстве становится квадрокоптер. Поля дроном контролируют уже в 8 районах республики. Именно с высоты лучше видно, где зерновые в норме, а где отстают. Мы с помощью него вот рано весной определяли, например, густоту стояния озимых культур. И принимали решение подсевать, не подсевать определенные поля. Все, что снимает эта камера, теперь используют и арские аграрии. Будь то сорняки или даже общее состояние полей, теперь на это смотрят не с земли, а с воздуха. При желании можно рассмотреть даже каждого отдельного вредителя. Аграрии сетуют. После 3 дней жары рапс атаковали вредители. Раньше, чтобы узнать, где их больше, приходилось объезжать и обходить поля пешком. На что порой уходили недели, сейчас на все поля 2-3 дня. Каждую неделю собираем руководителей на видеоконференцию. Там показываем каждое хозяйство, какое поле, какое состояние. В каждое поле не зайдешь, поля большие, поэтому... А квадрокоптер, он помогает. Вот, и чем выше поднимать, тем больше, и объем берет больше. Теперь к этим же дронам хотят прибегнуть и для составления карты посевов республики. Устройства могут безошибочно определить границы полей, что важно для работы будущей системы ГИС-АПК, геоинформационной системы агроотрасли Татарстана. Так вся карта полей будет в цифровом виде. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Арский район.